Из Северского района в новые регионы России отправился очередной гуманитарный груз. В этот раз помощь оказали ученики школ Северского района и их родители. Наши ребята собрали для своих сверстников учебную литературу и канцелярию. Акцию назвали «Благо твори» и провели в рамках проекта Российского движения детей и молодежи «Движение первых». Как отмечают организаторы акции в Северском районе Александр Леуцкий и Елена Смирнова, школьники и педагоги с готовностью откликнулись на их инициативу. Мы общими усилиями Северского района, детьми школ, собрали гуманитарную помощь для новых регионов. И канцелярия, которая была собрана детей, отправится в город Геничинск Херсонской области. Хочется поблагодарить всех, кто принял участие в данной акции, и пожелать детям новых регионов мирного неба над головой. Спасибо и удачи!